Либо его, либо он. Султан и Седжу на замену, да? Да, мне фаст отойти надо. Скоро буду. У нас кто-то еще отвалился. Я тут сейчас занят. Нет, топота это понятно. Поменять ужас с султаном, мне отойти срочно надо. А вон есть. 20 минут буквально мне надо, к сожалению. Давайте. Там есть замена. Так. Вот этот Сейчас что случилось? Тени под рейдом. Invisible Sun сколько дает ДПС и что по тактике? Диси вообще? Ностальгия на арене. Так, больше никого нету, да? Ну а кто знать будет? ХЗ тогда. 10-17. Десятки 17 давал. А, чё? Ну на ДК, ну, я ему верю. А чё с тактикой у тебя? Давай тогда Бурибая лучше возьмем, чё. Ну, блядь, по-другому Эльнурия не мог никак отмазаться. Вот просто по-другому, блядь. Только свет. Так а так всегда делают, вы что, не знали? Это же сколько лет уже практикуется. Сколько 10 лет пиратки существует там всегда, когда... Чё? А как у Эльнурия свет вырубили? А может там, если он с Украины... Он же подрыгался и все было... Ну, там, да, когда, он, там, когда свет там вырубают, там такие предсмертные муки, то есть, ну, персонаж еще дрыгается, нахуй. Не, просто я вот видел, как у него укус 3 секунды. Да ладно, ладно, у него свет выключили, все, отстанет человек. Свет так свет. Да, никто не тыкнет, блядь, никто просто. Фул каст просто. А, ну после трая выключили свет или во время? А не, это ну, уже, блядь, тайна, покрытая мраком. Почему покрытая? Можешь посмотреть, ДПС он стоял или сами кнопки нажимались. Хм. Ну, это если он видео записывал, наверное. Как на огонь. Ну, я видел, что с черепом на тени вешается череп, и там кто-то бегал с черепом. Я тоже это видел. Я видел, как у него оставалось 3 секунды до укуса. Да ладно, блядь, да у чего вы... Да все оправдали. Все оправдали. Свет, свет, свет у него, все. Блядь, не надо человека называть мир дерьмеч. Тыкните на Симона, он сам в Украине или где-то там в России? Не Никто не знает. Он с этого... Я знаю, что у меня обход через 10 минут. Обход это что такое? Обходываешь, да? Типа ход ты кидаешь. Ну типа, надо просто сделать смотри, вид, что блядь, в комнате. Тарелки чисто. Не убранные, нахуй. Давай прячь, нахуй. Подкоп куда-нибудь там, нахуй, по стулу, блядь. А у меня, короче, вещи, мне некуда их прятать, поэтому я просто их это под одеяло кладу. Вот все правильно, блядь. Умеешь, шаришь. Кастрюли под кровать, блядь. Нет, труп под кровать. Я их в шкаф кладу. Труп, я так не делаю. Труп профессора, который зачет не поставил, нахуй, под кровать, блядь. Училку под одеяло, блядь. Любовницу свою. Что там еще потом остается? Причешись, не забудь. Вот, если свет выключить, то в целом чисто. Да, блядь. Понятно, нахуй. Кто там еще есть? Никого нету, да? Дамагеров каких-то. Кто там пьет, блядь? Синтек. Можешь танка взять.
Но если Эльнуль этот не заходит, то да, можно... можешь взять танка и просто Лингрена свапнем в ДДМ. Давай попробуем, хули. Че, проверка, что ли? Идите нахуй, о, скажи. Проверка? О, нахуй, любовница пришла. Нет, просто что. Не кричи, Якон, вдруг у тебя слышно. Тут рейд у пацана, не задерживайте его. Синтек наливай. Он же в общаге живет, его там постоянно наливают. Ладно, короче, быстро курну, пока минутку. Все, нет, они вас не слышали, и я еще сегодня дежурный, оказывается. Пиздец, напрягли пацана. Да пофигу, дежурю через 3 часа. Максон в ботанике. А, он в ботанике, ну-ну-ну. Да, блять, понятно. Вовремя все спрятал. Кто там ботаник, блядь? Синтек ботаник. В натуре очки ношу, пацаны. Синтек, а на кого ты учишься? Автомеханик. На того, кто будет ключом гаечным учить, нахуй, как на лане укусы передавать, блядь. Как Вин-Дизель, нахуй. Техническая эксплуатация автономно-транспортных, дорожных и строительных машин. Вот почти то же самое, только техническая эксплуатация уёбков, которые не укусают, не передают укус, да? Или тени не выносят? Нет, он будет говорить, слышь, иди укус передавай. Да, слышь. Укус на 19, пожалуйста. Прикиньте, если бы Вин Дизель, ну, в смысле, этот не Вин Дизель, а этот Доминик Торетто бы рэлил рейд вам. Последняя, вторая, да, то есть не стоит отворачиваться от рейда, даже если рейд отвернулся от вас, да. Хорош. В натуре. Нужны... Не стоит никогда отворачиваться от рейда. А когда он тогда сказал, тачки с мозгами, говорит, а нам нужны, это, шемы, там, пухи, это, сеты с мозгами, да, чтобы за нас все кастовалось, нахуй. Да, Синтек, ты будешь по обеспечению у нас как тетш. Ну, можно, короче, вот если вам прям реально сложную ротацию соблюдать, можно скачать этот аддон, где ты просто колесико мыши крутишь, и ротация все за тебя. То есть тебе по факту придется только, ну, передвигаться. А что это ностальжи же здесь у нас, друид? Ну, вон там человек ДК какой-то писал, десятки 17, вот. По тактике что-то писал, норм. Че там, там слот нужен? Ну я ж просил, говорю, маякнете, я вообще бегаю один на один арену, если уж прям надо, зайду. Это, я понимаю, свет рубанули, но телефоны же есть сейчас, у всех телефон Discord. Ну да, он мог бы сказать что-то. Да, а надо одно тело, чтобы потравить. Ну а так можно... Ностальжи, ностальжи бери. Народ, даже без поворота, если свет... Сейчас я выйду только с арены 1-1 и погнали, пофиг. То телефон садится? Нет, если свет выключается, то Wi-Fi же тоже выключается, он же без света. Понял у нас дедух своего чувака, да? Чувак говорит, сейчас я выйду 1-1 с арены, тип говорит, а что, телефон садится? Нет, типа, там это... Спирит пропал, ну и с Дискорда тоже пропал. Говорят, что свет... Но у него телефона нету, что ли, чтобы написать хотя бы что-то? Но их так не роутер. Вот роутер работает, его в розеточку вставляешь. А в эту розетку хорошо. Электричество. А, если... а у него мобильного интернета нету? Ну, а когда живешь, когда вы будете вообще не будет никакой связи, ни интернета, ни сотовой связи. Такая хуйня происходит, блядь. Не, просто это работает так. Я нажимаю Alt+F4 из Дискорда, вот так. Ладно, все, хватит. Ну, Хурюк же написал, что у него свет вырубили. Все, что вы, еще вам надо? Что? Ну, может быть, и так сделал. Но, допустим, у меня, если выключится свет, я уже через интернет мобильный не зайду, потому что я с такого места, где у меня и связь очень плохо ловит. У меня уже вода неделю не идет. Ну, Хурюк же узнал, что у него свет выключили. Ставьте шкаф. Вот, а потом я скажу, что у меня свет рубануло. Ну, смотря где он живет. Не знаю, где он живет. Давай шкаф. Что было бы, если бы мы были китайцами?
бы, наверное, уже прошли этого босса, да? Чё? Осталось попыток в героическом режиме. 34 из 50. Она давно висит? Ну, да, она такая есть хрень. Только я не вижу, у меня что-то она отключена. А я тоже только сейчас увидел, вот релогнулся, и вот у меня появилось. ПСА, а где ты? Погоди. 16 вайпов, из них 11. Вон отель. Да не, мне не надо, убери. Ну давай. А если 50 на 50 пройдем, нам дадут что-то? Нет. Не, ну если только Войт может накинуть. Типа, прошли. Не, 50 на 50, ну раз стоит ограничение, значит есть какая-то награда. Нет, а было вообще раньше меньше. Меньше было потом. Я не помню, когда первый вышел квартальный босс. Я не помню, что давалось 25 попыток или 15 на все эти, на все пулы. И потом с каждым квартальным боссом добавлялось по 5 попыток, вроде как я помню. Нормально. Чтобы люди не затраивались после вот этой хрени, как в Ульде было, они Йоксарона и пожарного, блядь, траили там эти, блядь, китайцы 1000 пулов, блядь, на пожарника сделали и убили. Угу. Они эту хрень придумали. Так на офи так и делают, блядь, там по 200, по 300 пулов киллбосса идет. Тоже надо. Освоение. Ну, видишь, они вот такую выбрали тогда, чтобы не делали постока. Шиза? У кого там шиза уже? У кого там шиза, пацаны? Миха Кассета. Нормальный ник, Миха. Спасибо за подписончик. Че, экран черный? Это где, где, где такая? А можно это? Ты выключи микрофон, не там на это. Все, давайте. Вообще просто мало. Ой-ой-ой-ой-ой. Телефона смотрю, экран черный. Так, ты на Твиче, да? Сейчас проверю, сейчас проверю. Должно нормально. Замутайся. Сейчас замучу, потом видишь, блин. Блять, не могу. Что-то клопает. Давай, истерию, истерию, давай. Ностальжи, слушай, потом на кнопку поставь себе. Просто смотрите за боем, как обычно, и не обращайте внимания. Еще проверю, посмотрю насчет Твича. Ладно, не ори. Готовимся. Бидона не проебите, он с тенями же всего с диспельте. Злобный по нелюблю Иннер. Захиливаемся. На фулл хп прям. Камни жрите. Два укуса еще где? Ставь тотем Геншин на ману.
бодикон иннер там зальешь, кому-нибудь то просядет. Он бидону может сразу кинуть. Покушу ПСО. Денис, смотрим. Шелфир. Хож. В принципе, успеешь добежать. Чуть-чуть сдвиньтесь. Влево чуть-чуть. Войт, отойди чуть правее. А кто танка укусил сейчас? Таунт нажми. Блять, я. Ну, я не буду это бить. Ну чё, ебанутые? Беги, малышка, беги! Беги, малышка! Сейчас я посмотрю, блять, кто меня укусил. Беги, малышка, беги! Беги, малышка! Ложитесь! Беги! Беги, малышка, беги! Ты можешь попробовать! Беги! Да там танка укусили. Хочешь, пробуй, блять. Вот диван, бля, охуеть. Сука, и как посмотреть нахуй? Ну-ка смотрите, кто меня укусил. Ты посмотри, кто тебе дамаг нанес. Что-то да. Не видать нахуй. Он когда кусает, дамаг наносит. Урон по союзникам. Сейчас скажу. А, Лингрен? Я не мог его укусить. Да нет, это кровавый всплеск. Ой, сука. Сука, не узнаем. Сейчас узнаем, нахуй. У нас там 4 человека было, блядь. Спирит, я, кто я был, Шалфир. И еще кто-то один. Я не помню, кого Шалфир кусал первым. Ну, ПСО кусил. Вторым. ПСО. Тебя первым, ПСО вторым. Нет, вторым ПСО, по-моему, не было. В смысле, вот сейчас ПСО кусил я? Сейчас это был уже третий укус. Это третьим укусили. Не-не, меня кое-чего сейчас только укусили. А, вторым я укусил Холи Дринка. Ну, вот Холи Дринк, значит, скорее всего. Ну, я укусил сейчас этого Бодикона. Сейчас скажу, короче. Я посмотрю сейчас. Так у меня, сука, оно не записалось, видать, абсорб какой-то. Ну, либо Спирит, либо Холи Дринк. Два человека. Я топу укусил. А, ну, короче, меня это укусил. Холи Дринк сделал. Холидринг сделал укус вампира. Вот, можете урон по союзникам. Холидринг, и там сам внизу 25-я строчка. Молодцы, хули. Почаще МТ кусайте, чтобы подольше ждать, пока люди с респа прибегут. Кстати, а сейчас вот мы, короче, когда до взлетки отсмотрел, у нее-то там то 79 там, миллионов, там то 80 миллионов было, а сейчас там что-то 75 или 7, вот 74 или 76, что-то вот тут в таком промежутке, то есть еще больше ДПС стало. Так что если сейчас все чики-пики, мы убьем, и я полутаю наконец-то себе печеньку. Да, это я просто вечное пламя поставил. А, я забыл, я ж пью эти припоты. Я тебе припоты. Ну что, доказывать сейчас нахуй скриншот сделаю. Скину в Дискорд. Урон наносит человеку, которого кусают, а не который кусает. То есть то, что ты скинул, что Войт там кому-то ударил, это не то. Там урон по союзнику, там видно. Вот, заходите, урон по союзу. Блядь, да. Сори. Нажимаете Холи Дринка и смотрите. Вот последний, 25-я строчка. По войду укус вампира. Больше ни по кому этого укуса нет. У меня вот этой 25-й строчки нету. У меня почему-то 24 только. Хотя Холи Дринка сейчас я... Не, просто представляете, какая ситуация, как бы, блядь, не то чтобы там МТ укусили, а то, что человек даже признаться не может, ну, типа, блядь, на мужика, знаешь, типа, да, я там, сорян, там, туда-сюда. Просто какая-то крыса укусила и нахуй гасится. Да какая разница, говорите, все равно ГП не будет ему. Да при чем тут ГП, не ГП, типа, что я говорю, что просто на пацана, на мужика кто-нибудь вообще может сказать, что да, он там укусил. Но искусственно там, или что-то... говорить. Ну, ты, блядь, если ты не понимаешь смысла, ну, сорян, чувак. Ну смысла же нету вообще совершенно. Ну сейчас по итогу мы время тратим на то, чтобы, блядь, вычислить эту дуру ебучую.
Ну, вот ты вычислишь его. И что дальше? Что дальше? Дура ебаная, вот и все. Ну и все. И ему все равно будет. Он будет так же продолжать. Уже вопрос другой. Вот. То есть это еще диверсия, думаешь, была? Я выфудил кусок. Да я думаю, это ошибка была. Ну, вряд ли диверсия, блядь. Ну, это как с сектором. Мисклик. Блин, где это? Так, там что в лудилке? Ну, я челика в гильдию добираю. А что это значит? Кто укусил? Холи Дринк. Кто? Вот, урон от союзников от Холи Дринк. Вот, Войд Фрозен, укус вампира, все. ДЦ холик прибавился. Холи Дринк, ты так больше не делай. Танков не кусай. Да он случайно, ну, блядь. Может, он даже да сам... да это понятно, что может мисклик, хотел выбрать одного, выбрал другого. Это так же, как, блядь... Хорош, опа. Пацаны. Так же, да. Опять диван. Так, это... Да, как диван. Ну, думаю, это специально. Нет, это кто-то спулил босса. А чё, Холидринк лег? Да, смысл убить ни потов, никто ничего не выйдет, получается. Ну, вот именно, и так ДПС не хватает. Ясно. Понятно. Давайте еще раз пробежимся. Я стой не хилить, ничего не делать. Да, даже бить, ну... Ладно, нахуй, понятно все. Бля, это звучит, как он сейчас выдаст нам всем ЕП, и мы разойдемся. Да не, у нас еще есть. Да вы сами видите, что можно убить просто вот эта залупа никчемная, нахуй, ну вот это вот вся, вот эти вайпы, вот эти пулы, нахуй, ну... Сколько, когда до людей дойдет, что надо подальше стоять? Когда это дойдет до вас? Кто-то подбежал близко, на него посмотрел босс, побежал, блядь. Я давил кэшу. Да кэш. Там наоборот написал, что это он нас спулил. Видать, вместо того, чтобы убивать боссов, ну, интересно так вот сидеть, время проводить. Ну а кто сейчас спулил? Да Давакин написал, что он спулил. Диверсия? Диверсанты, да, развелись. Главное там вставать и бежать. Да не, я вахуй. Ну просто видишь, у меня духа людей, так скажем, в муте, потому что они долбоебы. Вот, и, бля, приходится сейчас всех размучивать. Угу. Бля, о чем идет речь просто? Скажи что-нибудь. 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 Ты говоришь, что к тому сказать что-нибудь. Злобный друль пишет, я тоже в муте. Да вроде бы не в муте. Не, он с вопросом, он спрашивал. Это надо говорить. Да, вот почему он меня никогда не слышит. Не мутать нельзя, блядь. Я замутал ностальгию, только что он, видать, нас замутал и сидит там со стримерами, со своими, ну, с зрителями пиздит. И как бы не обращает внимания, что его просят вовнуть микрофон. Поэтому его замутил. А да так, он сам, да, его личку сказал, сам охуел. Что так произошло? Че, размутывать, получается, можно? Да хуй знает, блядь. Да, он красненький горит, что он сам микрофон вообще отключил. Ну, это я отключил. Ну, чтобы всем не слышно было. Вот у него, видишь, активация по голосу стоит. Он, по сути, чё... Я его два раза слышал, и да. Не хватило. Так у тебя же здесь стояла активация по кнопке. Пацаны, да, стояла активация по кнопке. Я просто привык, и, ну... Сорян, я реально думал, что надо на кнопку жать. А сейчас по голосу, оказывается, можно. Как это? Ну, можно, если у тебя фонов никаких нету, ни передач там, ни стримеров никаких. Да, да. А если у тебя какие-то... Ну... Со своими-то, если я здесь с кем-то пиздеть буду, у меня микро, я сам офну. Я просто реально думал, что, ну, надо на кнопку жать. Ты поставь на кнопку, и все. 30 секунд, когда... курицу включу. И когда надо что-то сказать, просто нажимай и говори. Это получается, у него вообще все замутаны, раз он нас не слышал? Ну, я просто... не знаю.
на твоем канале вот так раньше и было на кнопку. То есть не было возможности поставить, ну, да. Там... Вот, не по кнопке. Нет. Не, меня как в гильдию взяли, я просто не привык к этой кнопке. И все, я уже, ну, начал привыкать, а тут бац, блядь, и все, и как бы я уже всем все рассказываю. Тут левую тему какую-то. Че, лайк поставили тебе? Используйте активацию. Опять по-моему, что ли, блядь? Да ебаный насрал. Вот, блядь, уже не смешно, но. Ну и как это напулится? О, укус, хорош. Я, к сожалению, сворачивался на эти, понятно. О, как-то я не умер. Везло. Кто спулил? Ладно, пойду покурю. Так а почему она пулится? А вот ХЗ у меня. Так не стойте близко. Так спереди Войд только стоял, больше никого не было вроде. И не подконец уткнул. Вообще дальше печеньки не заходите, ну. Не, ну я отхожу, я научился, я один раз этого груля спулил, больше так не делал. Был опыт, как говорится. Слушай, я хз, я вот сейчас смотрю по ролям, там везде стоит, что типа активация по голосу. Ну, выключено. Типа, рация стоит. Это странно очень. Я сегодня буквально заходил, мне сразу переключить на режим рации. Я типа, окей, все переключил. И вначале я общался тоже по кнопочке на капслок нажимал. А сейчас что-то все по голосу сделалось. А у тебя кто? У тебя мудрец? Кто мне? У него, может, запала кнопка просто. Не знаю. КЗ, короче. Только мудрецы могут говорить, когда хотят. Мужики, бог любит троиц. Давай. Я в комбате зашел в инст. Мне что, сворачивать, да, теперь контору? Она не загрузится? Выйди из инста. Да, так я не могу, у меня экран загрузки завис, и все, я и спрашиваю, говорю, все, типа, оффа, типа, Warcraft, терпи. А, это, да, это на сервисе, когда босс еще в бою, да. На весь инсбой вешается. Пацаны шарит, кто за C++. Есть, короче, вариант поработать, зарплата от 20 до 100 тысяч рублей. В зависимости от ваших навыков. Что делать надо? Нужен разработчик на C++. Вот. А, на сервисе? Ну, типа. Хочешь 50% зарплаты вылутать? А мне похуй на эту зарплату. Мне надо, чтобы там был разработчик, с помощью которого я мог знать, что будет в будущем. Спирит, знакомый тип? А, это наш... Вот стопудово кто-то сейчас несет такую дичь. Да там никто ничего не несет. Там, ну... там уже принесли. Я просто молча охуеваю. Как так? Ну, нет, того, просто люди видеть. Отвечают. Я понимаю, что какую-то хуйню кто-то где-то что-то несет. Да нет. Думаю, блядь. Это, там... это в муте. Синтек, он спрашивает там разработчик от C++, что-то там 20 тысяч, 100 тысяч там зарплата. Ну вот, блядь, этот в муте, ну хоть тип. Сука. Так вот, Синтек, блядь. Вот они, блядь, курица за пульчики пришли. Теперь понятно, кто за пульчики. Да мне похуй, замутило, ладно. Ладно, мы... Там это. Будем бить или нет? Ну, ностальгия, призрак, я не знаю. Ну, скажи, ты заходишь или нет? Наверное, ему это неинтересно.
У нас изменилось что-то, кто кого... Да нем бы напрямую сказал, сорян, туда-сюда. Просто, блядь, а сколько он урона-то дал, блядь? А я что-то не видел. У меня стерлись предыдущие трайны. Кто на стальжи зашел? Вот шкаф, кого тут? Песа? Песа, топ, биг демо. Ностальгия дал, сейчас скажу. Ну тыкайте, хули вы, блядь. Но он передамаживает два кина. Есть, нет, инфа. Ну вон там 18 пишет. 10, 10к. 10, 9. 18, ну это же еще не самый крайний получается. С ЛК камнями. Ну, там у него там ЛК камней для 3 штуки, я смотрел. Потом иду я, Лингрен, а потом идет Войд. Самый крайний. Я же сказал. О, нифига, у меня даже 4К ДПС. Охуенно сидим, мне понравилось. Даю отчет. Ас, куда эти поваром? Блять. Скажешь там, когда истерим. Топа. Давай. Радикон. Бля, укус побежал. Успею. Злобный по не люблю, Равис тоже по не люблю, Вадикон по Бидону, Ностальгия по Геншину, Озарение. Тени с Фером сейчас будет. Урюк. Крылья бы лучше на кого-то другого отдал. Блять, сука! Чё, бабла не было, да? Я нажал бабла. Но я и говорю, не было, может, крылья прожал скилли до этого. Не-не. Ну, обычно кнопку налево не было. Это, короче, было так. Он думал, что прожал, но не прожал. Вернулся в рейд, разлил лужу, потом уже прожал и начал выносить. Как-то это так выглядело. Да. Ну, так и черики под боссами. Они что, не видят, они могут отойти налево или чё? Я вот боссом 3 слайд-шоу, просто 3 FPS. Мне крылья я вообще даже не прожимал.
Ну, на тебе воздержанность висела 20 секунд, значит, на тебя что-то накинули. Может, 50 на 50 на взлетке, я не знаю, вешает он на воздержанность или что там еще есть у валов. Чем могу помочь? У тебя, короче, ты нажал, но на тебе воздержанность была в этот момент 20 секунд. Что, может, начнем ГП раскидывать тогда, да? Да, давай. Я за. Это может сейчас, как его, сопроты опять раздать, потому что по 8 минут остались уже. Давай. Или, ну, я не знаю, я просто сказал. А можно по одному саппроту отдать, в принципе, там это. И это, там еще маленькое предложение есть, но это там на ваше усмотрение. Может отменить сейчас рарнику ГП, а уже с этого трая давать ГП? А не, я не без разницы, кто получил, получил. Не, ну просто раньше никому не давалось, тоже люди тупили, а сейчас тебе давалось. Ну это мое предложение. Вот, я сейчас, я наверное, уйду через минут 10. Ладно, тогда, может быть, просто завершим рейд, отменим, да завершим. Вот так вот. Вчера, видишь, не получилось с этими, блядь, сходить. Можно так сделать, тоже отменить. А зачем, ну, как бы, продолжать дальше? Исцелить же мы тоже плохо все было, а теперь вообще с первого края убивают. Замена, прессуйте в рейд, то диси там, на ЕП. Если у кого-то лагает, допустим, там или еще что-нибудь есть, танкоспек, можете вторым танком побыть, я подамажу. Сейчас зайду, Вась. Да, я побуду вторым танком. Хиномайс это кто? А, Масхом это танк. Уши танк, он тогда... Тигму Толгород затанчил сегодня, прям вообще уже красиво там разбивает все как надо, шарит прям человек. Киномайс? Да. А кто это говорит? Ну, и тишина. А это Спирит, ты про него говорил, да? Да. А, не, ну заебись, надо в обычках одевать тех, кто шарит, потом они сюда пойдут. Я лучше 2 года буду челиков в обычках одевать, искать нормальных. Все, все замену зашли. ДКчник что-то не приглашается в пати. Не знаю почему. Вот у нас на следующей неделе 2 рейда стоит. Какой ДКчник? Ну, ГМ, ХМ там. Invisible ТГ. Sun. Ага. 2 стоит, да. Вот, а вот важное объявление там какое-то перед РТ будет? Или уже было? Да нет. Да я хотел у Хулюка и Эльнурио спросить, всегда так будет, когда первый день мы 8 боссов убили, на второй день они будут писать, не будет на РТ. Неохота собирать ШМ, потому что не знаю, как человек себя поведет. Я с ними не так давно знаком. Непредсказуемые люди. Плюс, с одной стороны, понятно, что ШМ Хулидринку собирать, так как он танчит, тоже не очень. Но сейчас, по крайней мере, Лингрен есть. Хоть как-то. 2 шема, только бигдем и рарник. Ну, я тебе так скажу, в ЦЛК 3 танка надо только, блядь, на 2 боссов получается, да? Да, еще тоже тема вот это вот. Первый день у тебя из рейда просто 2 человека через час ушли. Ну, то есть, а смысл стартовать с челиками, которые через час уйдут? То есть, то же самое, мне вот это непонятно. Причем заведомо было ясно, что 2 человека, ну, уходят. И они почему-то в старте. Ну, тоже как-то не знаю. А там, нет, а там просто, кто на замене, да. Те, кто на замене, они не либо меньше дают, что их тоже брать не варик. А те, кто уходят, ну, через 2 часа РТ, у них все-таки тоже ИП есть. Они же ходили до этого времени. Холидринг же осколки вообще в приоритете собирает. Он же ушел вроде.
Куда ушел, кто ушел? Ну, когда... Ну, я уходил, когда... Волки первый идет в очереди, поэтому он и пошел, сколько успел взять, столько взял. Ну да. Просто ДПС-то как таковой, там, знаешь, на первых трех, там, четырех боссах, на которых они там идут, он, ну, там нет проблем с этим ДПСом. А потом, когда начинается, ну, действительно дрочь вот с такими ланами, пацаны просто там лавочку сворачивают и такие, типа, бля, там, ну все, я там ухожу, там, дела. Ну как-то, блядь, тоже... Не, у людей, ну, у людей есть личное время, правильно? У него есть работа, там, еще что-нибудь. Ну, типа, ты либо идешь на РТ, либо не идешь. Я вот лично знаю, что вот Песа, блядь, рассказывает такую тему, что его, ну, просто... Ну, а подожди, нет, подожди. Работы на своем личном автомобиле везет на РТ. Послушай, послушай, подожди. Вчера. Ты реально послушай за вчера. Меня директор вчера на личном автомобиле, блядь, до дому побыстрее, чтобы я, блядь, успел на ебучее РТ. Местный олигарх, нахуй. Я говорю, не РТ. Думаю, блядь, туда-сюда, там, ебать его в рот, Саня, надо, блядь, ну, тут сделать ебаную, нахуй, блядь, для садиков, нахуй, молочко им поставлять, там, несколько миллионов, блядь, вчера была заявка, а точнее, 186. И я говорю, блядь, а у меня РТ. Ну, ебаный в рот, ну, давай доделывайте по-быстрому, прям, блядь, с мигалками, блядь, все, я, блядь, прилетаю у льда. Думаю, да нахуй она нужна. Я также, блядь, с садика просто прошу бабушку ребенка забрать, чтобы время сэкономить и на РТ прилететь. Прилетаю, хуяк, на замену улетел, а тип потом такой говорит, а у меня все, через час, пацаны, я это, ухожу. Ну, как-то, блядь, такое себе, нахуй. Ну, а тогда нам замены не нужны, если по твоему суждению. А они, братан, знаешь, в чем самое коза? Я сидел первый раз на замене, и мне с этой же замены два чувака начали писать. Я уже ников и не вспомню, ну, видать, тоже недавно играют, ну, в гильдии имеется в виду, и они мне пишут, типа, чел, а в чем здесь прикол замен, если замены, ну, прям крайне редко вообще там, ну, кто-то из замены попадает, когда вот прям такой дрочь только, конечно, тогда и замены, и резервисты, блядь, и всякие кривые, косые, все залетают, а когда, грубо говоря, все идет гладко, ну, и нахуй эти замены, они, грубо говоря, не задействованы в игре. Такая вот тема, тогда, получается. Ну, тогда и не надо говорить о том, что типа вот человек полтора часа прошел и ушел. Вот для, и ну, и замена пришла, оп. Не, да, ну, да, это просто, ну, сколько, третья, ну, неделя. Ты пришел, ну, ты либо пришел, либо не пришел. Что это за напол Федора? Как бы ты либо ворвался, да, там, и отложил свои личные дела, либо мы все понимаем, что у всех есть там жизнь, грубо говоря, и ты уже пояснил и не пошел. А оказать какие-то частичные услуги и подмотаться, ну, я не знаю. Может быть, конечно, и нужно иной раз, действительно, когда ДПС нужен, да, я не спорю. Но босс это, как правило, в этот момент не ДПСовые, такие там орк, типа, реально, где замеры там производятся обычно. Ну, почему? Ну, вот ты смотри, ты ребро убиваешь леди потом, да, вот в леди ты раз стрелял. Он танк был, но он нам помог, и все, и ушел потом. В чем проблема? Я не говорю в частности про кого-то. Тут речь идет, не, тут вопрос же задали конкретно про двух людей, то есть, ну, типа, это третье КД, и третье КД у меня повторяется. То есть на обычках, где, условно говоря, там собираются осколки, люди сидят до конца, на РТ, где 8 боссов, люди сидят до конца, а на следующий день просто один пишет «я не приду», и второй пишет «я не приду». Проходит час после РТ, оба человека заходят в онлайн. Как это называется? Это называется просто... Это просто наебывают людей. То есть, ну, вот в чем вопрос. От того, что я ушел, я тебе могу ответить. Я Войда... Да я не про тебя. Я не про тебя конкретно. Блядь, речь идет, говорим, ну, и в частности... Речь идет о Фурике и Ильнурио. То есть, вот два человека. Вообще идет речь про отношения. То есть, как бы, вот, ты вообще здесь, нет? Да, ну, это, вы так говорите. Просто простите, блядь, за ностальжи. То есть, может, у него, да, есть ЛК камни, может, у него, ну, манера повествования, так скажем, такая, у меня вопросов невысокомерная. У меему... У меня вопросов к нему никаких нет. Он играет в эту ебаную игру с 2006 года. Это все он понятно. Он что-то тут нахуй не видел. При этом всем, когда он был в рейде, он хоть раз вайпнул? Нет. Он хоть одного вопрос... бута въебал? Нет. Ладно, вы... Сейчас я это скоро ухожу уже. Этот, Хурюк, ты тут? Да.
Скажи, Диси, мне что-то обнадеживающее. Ну, мне на тебя надеяться, ты будешь в гильдии оставаться там. Я просто не знаю, насколько ты близко там с Нуриком играешь. Там это. Вот если я тебе шеп там собираю, да, после холидринка там. Ну, вообще, у меня ровист с водиконом. Две совы, я хочу им посохи собирать. Ну, в гере лутать осколки. Вот тебя пока в обычке. То есть я в гере поставил, получается, еще холидринк, ровист и третьим. Кого я там сейчас я открою, блядь? У меня написано. Дикон. И водикон. Так. А, вот, нет, третий хуй поставил. Вот что водикон на этот счет скажет? Водикон тут еще? Да-да, я здесь. Вот, мне ставить хурика или тебя третьим поставить в геру после рависта? Я бы хотел собирать. И вообще до конца года желательно бы собрал бы все. Вот, хурюк, что скажешь? Ты четвертым местом в гере постоишь, а в обычке тогда собираешь во второй? Хорошо. Ну, мне как бы ходить по факту некуда, я здесь оставлю. Угу. Вот видишь, какая позиция у человека, а по вот факту Нурика... некуда уходить. А если Варик появится, не съебется ли он? Блять, я уже был это вечером, но вообще не, просто не зачем. Не, ну он сказал, как сказал. Мне по факту некуда люди уходить. Люди в шляпе сидели, блять, никуда не ушли. Не, ну... Потом, когда гильдия развалила. Не, ну я поверю, как бы, ну... Я просто, видишь, ну, человек нормально, адекватно общается, от него никогда хуйни никакой не слышал, он редко что-то говорит. Ну, я ему поверю, то есть, ну, от него говна какого-то не видел. Вот. Ну, по Нурику я хочу сказать, ну, я его не так давно знаю, но от него, допустим, вот у нас есть там какой-то ИП там за Ульду, у него, ну, вопросы возникают. Хоть он и не пиздит в Диси, там, как ностальгия выходит, там, начинает там спрашивать, там, что там, а вы, ты, на вы обращайся, еще там что-то. У него этого меньше, но зато он пишет там Диси. А почему то, а почему это, а почему за Ульду больше ИП, чем за этот рейд, чем за тот. Но я вам хочу так сказать, ну, если вы не понимаете, почему, ну, вы приходите, я не знаю, вот Песа тоже, я расстроился, допустим, что ты вот зашел, да, и в Ульду не пошел. Ну, я знаю, что так ты просто... Прикинь, как я расстроился. Ну, типа, ну, скажем, ну, так, смотри, а понимаешь, там... Нет, ты прикинь, как я расстроился. Да не надо, нет, нельзя. Я закажу в календарь CLK-25. Я, блядь, подматываю свои дела под CLK-25, прихожу, там предварительно какое-то тело в Диси написало, там что-то, если что-то там, давайте в Ульду. И вероятнее всего под эту гребенку была, что, это уже мои догадки пошли. И тут уже было, прихожу, бах, нахуй, что-то какая-то Ульда. И я ему не то чтобы психанул, думаю, да нахуй она нужна, эта Ульда. Я вот понял. Я целенаправленно шел на CLK-25. Если будет написано там Ульда, там тогда-то, я буду понимать, ага, Ульда там, это не значит, что я не приду на Ульду. Это и далеко не значит. Это значит, что меня наебали. Вот что это значит. Я подписался под одно, прихожу абсолютно другое. Каким это образом произошло? Вот я это тебе уже сейчас, второй вопрос. Я тебе сейчас это объясню, вот, а вы все остальные тоже на ус мотайте, слушайте, почему и как, что бывает. Вот бывает такое обстоятельство форс-мажор. Когда я зашел во вторник собирать CLK-HM, я увидел в рейде 20 тел. В 20 тел. Плюс. Нету Эльнурию Хурюка. Открываем ДПС, я всем сказал тогда. Открываем ДПС с понедельника, с Сурка, 340 тысяч. Вычитаем 23 тысячи и 22 тысячи Эльнурию Хурюка. Это остается что у нас? Это остается 300 тысяч нахуй. 295 тысяч ДПСа. Как, что там закрывать? Это раз, второе 20 тел. 20 тел герню закроют, это 1000000%. То есть туда смысла вообще идти не было. Плюс ты не зашел. По факту это получается РТ отмена? РТ не отмена, ну мы пошли, мы выбили осколок, вот, люди там нехотя, ну, нажимали 1, 2, 3, мы шли в Ульду в 20 тел, зашел бы ты, ну, было бы как-то повеселее, мы там веселились как могли, анекдоты рассказывали, ну, потратили полтора часа и разошлись. Сегодня этих анекдотов на лане тоже, блядь, не, да чтобы там ты анекдот рассказывал, нет, там, блядь, просто... Просто знаешь, тут если... Мое субъективное мнение, вот. Просто надо как-то, блядь, какой-то сито тебе сделать. Я не могу предсказать, понимаешь, что будет. Вот я приду в четверг, а там, понимаешь, что ни тебе, ни мне нихуя не надо, ни Рарнику с обычки нихуя не надо. Они могут даже онлайн не зайти просто. Могут написать, не будет на РТ, и все, их не будет. И там придет мне в обычку, придет, ну, 10 человек одетых, которые постоянно ходят в первый рейд, и 15 новых нахуй. И что я буду там делать?
Я им заново всю эту хуйню на синдром. Давай тогда как? Может тогда там за час до РТ, там за два часа там предварительно не писать не, меня не будет, а уже предварительно писать, кто будет. И уже там за два часа люди будут понимать, когда будет вообще это, ну, это не будет. Это слишком сложно. Ну, не, я понимаю, а как что слишком ты... сложно? Это называется взрослые люди. То есть взрослые ответственные люди. Они хихи-хатай, вот всякая хуйня на этой лане. И пока такого костяка не будет, 25 человек, вот такая ебала и будет происходить. Все хихи да ха-ха, и какие-то приколюхи они, блядь. Там, блядь, один виноват, тот виноват. Мы сегодня по итогу хоть один, блядь, вайп разобрали? Нет. Ну, не, блядь, базара нет, что-то разобрали даже. Что-то мы, получше, мы каждый вайп разобрали. Ну, вот, допустим, тот вайп, когда на взлетке челик умирает просто 14 тысяч, и потом опять 14 который? Тысяч. Нет, там вот мистери, когда умирал. На взлетке. А там и Геншин что-то постоянно, опять кто-то в него ударился. А когда 5 тогда... человек на взлетке умерло? Мы посмотрели, разобрали, они все вместе стояли просто. Когда рейд просто сразу упал в луже? Кого-то просто залагало. Каждая лужа, вон записано все на видео, каждая лужа можно открыть, посмотреть. Свету одного вырубил. Да, свет вырубил это. Хорошо. Типа, я у тебя будь или нет? Я виноват, что мысли читать не умею. Ну вот на следующем КД мы... свет вырубил, это вообще пиздец. На следующем КД мы 8 боссов закрываем, приходим на лану и с каждого трая ГП начнем накидывать. Лужа, значит, 300 сразу. Давно пора бы это делать. И не только да, за... Сними ты это, какой-то рарнику по КГП. Я ему снял. Он снял. Ладно, это самое. Ну, расписание стоит, значит, на следующее КД. Осколки я поставил, там если какие-то вопросы будут. Ну, у нас что, с четверга ТТГ ГМХМ, это быстро мы будем закрывать полтора, ну, максимум два часа. Потом ТТГ десятки пойдем. Кому-то, может, чарки какие-то довыбиваем. В пятницу целка РС, это все первый рейд. Потом суббота, второй рейд уже идет, вторая пачка. Вот твинки ваши, хорошие, мощные, и новые люди идут во второй рейд. ТТГ, ГМХМ тоже, им выбиваем печеньки, всю хуйню вот эту. Вот если это воскресенье, ЦЛК, РС, второй рейд. Это тоже все новые люди, может какие-то там есть перспективные. Вон Спирит говорил, там лог нормальный. Все, кто шарит, туда придут. Вот. Ну и также понедельник, вторник, ЦЛК 25 гер стоит. Вот. Ну и среда там по факту что останется. А 12 это что в воскресенье стоит? Прям сорян, что я, бля, грубанул. Блядь, знаете, вот складывается такое вообще впечатление, что... Люди-то приходят в гильдию, и потом бах, уходят, бах, уходят, бах, уходят. От этого никто не застрахован. Ну, от этого никто не застрахован. Так, да, это не застрахован, конечно. Но, вероятнее всего, может, у нас какой-то фокус внимания, так скажем, фокус приоритетов неверный. То есть, ну, вот сделали мы то же самое, там, Эльнуре или там плюс кого-то еще, ну, на его фокусе. А в то же время вот эти чуваки, которые там сидели на замене, когда-то в понедельник было, 7 чуваков было на замене. И что по итогу? На следующий день мы собраться не смогли. То есть, блядь, получается, из 32 в понедельник, которые пришли, 20, да, пришло во вторник? Ну, это на вот самом какая хуйня. Это... Минус 13 человек. У людей то может, есть, ну, быть, тут... может быть работа, может еще что-то. Ну, разное же бывает. Да, нет, скажем, вот эту хуйню я могу сказать, Венера не в той фазе, и Марс пидорас виноват, там Юпитер кольца, это самое ебаное, что может произойти, когда фаза меняется, всякая хуйня происходит. А мы как узнаем? Произошло то, что произошло. А мы как узнаем? 32 человека было в понедельник, 20 так было во вторник. Мы как ПСО узнаем? Вот он напишет, вот открываем вот этот не приду, да, и смотрим, Эльнурию с Хурюком написали не приду, ну не будет, не будет, о чем и как мы будем узнавать? Мы же не ФСБ. Да нет, даже не узнавать, тут да, понятно, тут же ностальжи, то может как-то неправильно выразиться, он-то прикольнул, ну, что в понедельник надо было подбадривать людей, делать им замену, там вот этого гребаного сурка, чтобы они убили, чтобы люди почувствовали, что они... нужны, что они часть, ну, так скажем, вступили в этот коллектив, и потом уже что-то он там в ДИСе сказал, что-то ба, как туда повел. То есть, ну, грубо говоря, ротацию надо было сделать еще в понедельник на стрёмных боссах. Можно сказать, я влезу по ПХ, но объясню, в чем прикол таких замен. Такие замены делаются тогда, когда уже мейн стоит, ну, со трейда, получается, самые сильные дамагеры, самые крутые силы, одеты в фул. Потом... Люблю, да, считать, тебе сколько лет? Мне 20. Вот
Блять, я еще раз говорю, есть люди, которые здесь играют в эту игру 16 лет. И может их прислушать, послушать. А я тебе говорю, как это работает на самом деле, как это должно работать. Должно и как это работает. И... Ну, говори. Если ты сюда приходишь за тем, чтобы почувствовать себя важным, так это не так. Да вот мне делать нехуй вот сюда приходить, блядь, приходить вот, сюда по факту, важным, ты блядь. Говоришь, sorry, что прибиваю. По факту, что ты сейчас говоришь, это то, что ты хочешь, чтобы все люди чувствовали себя важными. Но, по-моему, это не так работает в этой игре. Ну, нужными. Можно нет, так сказать. Ну, нужными, важными. Почти что синонимы в данной ситуации. Блядь, он даже, ну, ты даже не понимаешь русский язык, что ли, или что? Каково это тогда я сказал, что так джизки не понимаете, мужики? Немножко пропустил мимо ушей, блядь. Не знаю. Вообще... Там Артём ночью какую-то хуйню нес, надо, блядь, тоже надо пропустить. А важное есть тут? Сформировано очень просто, вон у гильдии этот, информация, правила, вот там... Лагает или только у меня так? У кого? Чего лагает? Я лагаю? Нет, вот тот чел говорил что-то, ладно. Да не, просто тихо говорил. Вот сформированы вон правила, написано там, за ФК не гонимся. Если кто-то удосужился читать, у всех работа, семья, учеба. То есть это, ну, о чем говорит? Ну, у нас нет коллектива, как, скажем, Exalted. Exalted это коллектив, во-первых, людей, которые играют тут. Все как один по 20 лет играют там. У всех и донатит половина там. И, ну, все, это грубо... как вторая работа, ну. Там, грубо говоря, ты приходишь в рейд, если ты не знаешь тактику, ты просто с гильдии, ну, ты покинешь гильдию. Туда приходишь ты уже с тактикой. Сюда вы приходите, с вас никто не спрашивает ни тактику, ничего. Вам рассказываешь, за ручку водишь, как укусы передавать рассказываешь. Там такого нет. Вот, и там совершенно, ну, другой по качеству коллектив. Здесь коллектив немножко, ну, ниже по качеству. То есть, ну, людям рассказывают там, на одного босса, на другого босса тактику. За свой класс, чего там, как лучшие гайды, таланты перекинуть, какие там чарки, чего сделать. Ну, тут немножко другое. И здесь гильдия, ну, она не возьмет ФК, ну, пока что в этом состоянии. А если, типа, стремиться к тому, чтобы догнать ее до супер крутого состояния, то единственный вариант, единственный путь, который я уже рассказал, это два рейда, и с них смотреть людей, искать именно таких вот, как вы хотите, с кем вы хотите играть. Вот, чтобы это все успешно делать, надо просто поддерживать эти два рейда. Если мы откажемся от второго рейда и останется один рейд, то те, кто не попадут в первый, они просто ливнут. И у нас кадры пропадут, они просто исчезнут. То есть те, кто могли бы охуенно в Гере прийти, вот в Гере, и взять и передамажить Хурика там за Лока, взять, передамажить всех магов там какой-нибудь, ну мы хуй знает, этих людей мы только в обычках увидим. Вот, откуда, как еще брать по-другому? Эти обычки, они должна быть вот эта стабильность, то есть опора. Ну, ты не можешь перешагнуть сразу через 10 ступенек, надо по ступенькам подниматься. Вот, и поэтому, ну, это единственный вариант, почему стоит РТ. Когда мы убьем Лича с вами, Джайну, блять, этот ЦЛК будет стоять в четверг. И вся остальная залупа будет стоять во все остальные дни. Вот, когда мы будем это проносить, уверенно. Не то, что пришел на лану и 4 часа там просидел и нихуя не убил, нахуй. Вот как только она с первого трая начнет падать, с Синдрой, с Личом вместе, когда всех этот алгоритм появится в голове, что делать за свой класс, 1-2-3, отбежал влево, отбежал вправо, блять, убил. Вот как только это все будет, так оно и будет в четверг. А то, что, ну, я понимаю, я тоже вот хочу быть в гильдии, который зашел вот Exalted, да и все пронес, убил. Я смогу, ну, я знаю тактики все, ну, какие-то классы танков, хилов, там, ДД знаю. Возьму, смогу и отыграю. Но я сижу здесь, потому что я вас всех собрал водить именно вот в эти рейды, в обычки, там, по времени, как там, ну, в одно время играем, там, общаемся как-то, не хуесосим там друг друга, стараемся, по крайней мере. Вот зашел какой-то паладин, нахуй, там, он лагает, он тоже там 20 лет играет, и он говорит, ты, говорит, тут имбецилам объясняешь, все же помнят, да? Так я его кикнул сразу. Да, и... было дело. Имя имен сидел, челик, играл с нами, тоже пацану 40 лет, блядь, 40, вот как Песа, блядь. Он просто сидит, ему что-то не понравилось, и, да вы мне свяжите всех 4 твинков, а я там, ну, долго мусолились мы с ними, и разделил мы ему твинков. Короче, по итогу он перестал ходить, тоже мы на леди еще вайпались, не убивали. Да я не буду ходить, да заебал, а там я духа словил, а меня замедлило, ебать. А как так, а может не будем ГП давать? Слушали, и в итоге он, мы собираемся в РТ, нахуй, второй рейд, ЦЛК, у нас 20 тел, ну 17 тел не хватает, мы сидим, он в РС-ке сидит с пугами. Это что за поступок? Так нахуя тогда в гильдии сидеть, если ты сидишь в других рейдах? Есть РТ, вот оно расписание, я для вас все это ставлю. Короче, вы, ну, все знаете,
ну, типа, еще раз объясню. Если вы спешите, вот именно спешите, одеть сейчас перса, прям сейчас убить босса. Когда-то это возможно, когда-то, да, нужно тратить. Когда-то это просто невозможно, блядь. Если у вас позволяет скилл, позволяет ваш ДПС, идите в другую гильдию, если вам надо одеться. Все, если для вас это важно, если для вас важен коллектив, давайте его развивать, давайте помогать людям каким-то, которые, потому что сейчас 240-е, они не попадут в рейд из-за того, что не дадут цифры, но они, может, играют лучше, нахуй, чем для тех, кто сейчас 20-ку дают. 2 месяца, и у нас будет в рейде незаменимый и постоянный человек. Просто, ну, мы заранее это не можем знать, они не подсвечиваются. Короче, сейчас новый контент начнется, который люди не знают. Все начнут вайпать. А не одним костяком ходить. Давайте, ну, вот реально собирать этих людей в какие-то рейды и водить их также. Так я тебе про это сам Я тебе про это. Я про это сейчас и объяснял. Нам, чтобы... Я все послушал, все, что ты сказал, но просто тут наш-то основной рейд, блядь, 2 дня, я так полагаю, не собирается. А о каком втором речь-то? Ну, давайте соберем его. Он, получается, не сформирован еще этот, ну, второй рейд. Вот, чтобы его докомплектовать, чтобы не было такого там, час пошел, посидел и ушел. Надо найти этим людям замену, который вот час посидел и ушел. А чтобы им замена была, они либо сразу должны в гильдию вступить 20к ДПС, либо их одеть надо. Вот, тут одно из двух, блядь. И как бы те, кто 20-ку дают, они в гильдию не сыпятся с неба, то есть, ну, короче, это долгая работа, блядь, еще, чтобы основной рейд... ну просто даже ту же, вот, 25 обычку я ходил, и что я пошел, блядь, твином там полумертвым, что еще пацаны зашли там за вторых, за третьих персонажей, а потом пацаны сидят, которые 245-е, у которых один перс, и вообще никуда не ходят. У меня просто здесь еще ДЦ... Я, ну, у меня 2 земляка, вот Песа мой земляк, и еще 2 земляков я подтянул уже давно, они в гильдии. Так вот, один, по-моему, парочку раз ходил, а второй вар вообще, никуда не сходил, хотя он там что-то 250-й, что ли. Вот такая вот ситуация, парни. Так, а что он не сходил? Так, почему не плюсует? Ну, типа... Или он на замене сидел? Они не плюсуют, потому что они адекватно понимают, что ХМ, они не готовы, вот. А на нет, ОУ... не про ХМ. Как мы сейчас обычку говорим. Ну, он один раз в неделю, я не знаю, почему они не плюсуют. Может, и плюсуют. Я просто не возьму здесь конкретно утверждать, но я знаю точно, что прист один хуй, вот он ходил с ником с таким. А вот второй вар, я просто ник не запомнил, вот, но это тоже земляк. Вот он, я его вообще ни разу не видел. Не, может, ну там по одному хую, там другая, как бы, инфа. Там есть опасение, что он вообще игру же был. Про него писал Ильнурева, что он бот. Так и берите бота в 25-ку и, ну, блядь, ему в 25-ке там рассказывайте. Он тоже с историей, в принципе, про Warcraft. То, что сейчас он бот, я полностью согласен, как бы, бля, 2 руками. Он дохуя сильно не играет. Ну, ник свои боты. Не, ну, пусть плюсуют, Бой же сказал, второй рейд собирается, люди новые. Я это сказал, даже не конкретно там вписаться за корешей, за земляков, а в том плане, что когда лоу всякие рейды собираются, мы, конечно, все хотим там пойти всякими твинами, у меня у самого там вар есть, блядь, но вот там такие рейды в приоритет каких-то вот таких вот неизвестных челиков, которые там, блядь, сидят в гильдии. Не просто, конечно, так, но которые тоже там действительно там хотят, наверное, играть, а хуй знает. Так где они, когда... Вот смотри, подожди, да. Собирают? Значит, подожди. Кипить надо, если они просто сидят. Вот я вот хотел подожди, еще вот это добавить. Вот смотри, я на той неделе не был во втором рейде, специально думал, ну, может, кто-то другие подойдет. В оконцовке пугов брали, блин. Их ну нету вот, просто. Ну, вот просто нету народа. Этих людей не нету просто. Вот они сидят такие на замене, а нас берите. Ну, блядь, они к ДХМ не подходят. А когда Норман уходим, их нету просто. Да не, ладно, погодите. Вот если они не ходят, ну, значит, их со временем и кикнут. Потому что он ни туда, ни сюда. Ну, что, смысл его? Просто, чтобы он был мертвой душой, он либо сам уйдет, либо его... Вот он всегда из гильдии лучше человека возьмет, чем какого-то пуга. И даже там 230-го или какого-нибудь, блядь, в обычку. Блядь, вот можешь бояться, не смутишь. Я же сказал, я же не за частный случай про своих корешей. Просто тогда другой вопрос напрашивается. Если такие люди есть, и которые сами не плюсуют, что они вообще тут забыли? Понимаете, в чем суть? Ну, Войд почистит.
Он посмотрит, вот он, что нет ЕПГП, и почистит через неделю-две. Он постоянно кикает. Поэтому все заметки на своих твинов надо заполнять. Не то твой твин вылетит из ГИ. Если ты им куда-то ходишь, не ходишь, неважно, он тебе там банки делает или тому подобное. Да вы не парьтесь. Ну, то, что вы сейчас обсуждаете, вообще, ну... Кикнуть всегда успеем, там, кто там сидит, балласт и так далее. Вот смотрите, как будет на следующем КД. Вот у нас первые два дня первый рейд идет, потом второй два дня. Мы в первый рейд, который ЦЛК РС, вот ТТГ МХМ посмотрим. Значит, туда пойдут те, кого я на этой неделе, вот сейчас КД закончилось, заметил. Вот я называл, по-моему, вот же Друид, еще кто-то там. Три человека я называл, три ника. Вот, чтобы их в первый рейд взять, разбавить. А парочку скиллованных, мощных, одетых, фуловых, бесовых людей перекинуть во второй рейд. Чтобы они туда пришли и там, ну, подтянули этот рейд, который... в которые 240-е новенькие пойдут, которых еще мы не видели, то есть на этом КД, которые вот только вступили. Вот. Задача эти, ну, 4 рейда, ЦЛК, РС, ТТГ, МХМ, их закрыть в двух вариантах. И все, тогда у людей появится вот эта именно опора, они смогут постоянно там одеваться. А твинк, не твинк, это уже, вот скажем, ну, влияет, если, допустим, у тебя твинк-танк, нахуй, и он нужен в рейде. Ну, этого твинка есть смысл одевать. Если историю взять, он на обоих по 20-ки с лишним дает. И РДД, и Милик. Его есть смысл. Его, и он двумя персонажами просто в рейд попадает. Ну вот он сегодня рогом не пошел, зашел на шипа. Потому что подходим к ТШП, ему особо и не нужно. В общем, вот, вот в чем задача. ТТП не ждал. Да я, блядь, тут это начислял, блядь. Так, что там с 10 по 16, да? Когда? А ты срезал? Да, с 25 срезал. Я просто 5000 ЕП, нахуй, как ветром сдуло. Вот, а ты можешь настроить этот details или там, как пацаны, это называется, коробок, правильно, ДБМ? Ну, чтобы было видно, кто с флаской там, кто, блядь, без фласки, кто, блядь, без рыбы, кто припот ебанул, кто не ебанул. Ну, там говорят, в детейлсе, говорят, пишет, надо посмотреть. Ты имеешь в виду смотреть, кто пьет, кто не пьет? Ну, в плане, да, кто помазал, да, блядь, хуя туплю уже, пиздец. Кто помазал там себя маслом, блядь, кто какую фласку выпил, блядь. Просто когда я ЭВК... показывает. Просто когда это ебаное ЭВК осваивали, блядь, там если БКш, ну, не БКшную ебал фласку, там все, пиздец, нахуй, замена. И, блядь, убили, ебали долго голову вот, с этим ЭВК, ну убили же. Припоты точно такая. ГП давали. ГП давали, сука. Да, то есть так, вот тут даже я лазейку, так, знаешь, так скажем, нашел, думаю, блядь, первый трай, второй трай, третий трай, четвертый трай, потом думаю, нахуй вообще этот припот пью, один хуй его и поймемся. Не, ну хер его не знаю. Я каждый... Вот ЦЛК я постоянно припотаю, блядь. Вот, и просто, ну, я к тому, чтобы не было такой темы, блядь, бах. Чтобы даже без лазеек, ну, дисциплина, чтобы была, то есть, как бы, блядь. Я за себя говорю в плане того, что порой думаешь, нахуй вообще там что-то пить, блядь, БКшную или ЛКшную. Думаешь, да похуй ЛКшную, один хуй умрем. Типа такого даже, блядь, в башке. Ну сегодня вообще вот именно вот эти там два трая, там, а то где 150, ну уже видишь, намного лучше. Сейчас тудым-сюдым там походить, там одно-два КД, и как раз и люди немного приоденутся, и как-то больше будут это понимать, что делать. Ладно, я это там на почту шлите, коробка, если еще есть. Хочется, ладно, всем до четверга. Давай. Там на почту. На почту шлите, там, косари эти или что там. Может, вообще вот эта гильдия существует, вот, на почту шлите, косари. Я угораю. Да я угораю, да понятно, базара нет, это шутка была.